Сейчас мы с вами будем делать шарлотку или пирог с яблоками. Для этого нам понадобится 4-5 яблок, сахара больше, чем половина стакана, стакан сметаны, стакан муки, чайная ложка соды и 4 яйца. Ну, сахара можно побольше, кто любит послаще, можно поменьше, кто не любит послаще. В общем, это на любителя. У меня чуть больше половины. Ну, приступим. Яблоки я порезала вот таким вот образом. Кто хочет помельче, можно порезать. Кто хочет покрупнее, то есть, ну, это на любителя. Я режу вот таким вот образом. Так, теперь мы берем нашу сметану и сюда вот эту вот ложку соды высыпаем. И перемешиваем сметану с содой. Это вот важная такая последовательность, чтобы не все в кучу вывалится, а именно вот так вот. Так, перемешали сметану с содой. Теперь берем вот такую вот, ну это я беру такую вот от блендера, короче, миску. Ну, можно в блендере делать, можно в миксере. Если, ну то чтобы взбивать, если нету такой штуки, то можно и вилкой, и ложкой, кому как удобно. Так, разбиваем яйца сюда. Так, 4 яйца разбиваем, потом сюда сахар и все это перемешиваем. Вот только яйца с сахаром сначала. Так, и 4 яйцо. Так, теперь сюда ссыпаем наш сахар и все это дело взбиваем. Немножечко пожужжим. Яйца с сахаром взбили, теперь туда добавляем нашу сметану, перемешанную с содой. Добавили сюда сметану, перемешанную с содой, и снова жужжим. Теперь добавляем муку и снова немножечко пожужжим. Забыла сказать очень важный момент, что духовку мы заранее разогреваем. Ну, хотя, девочки, мальчики, вы должны это знать. Ну, кто не знает, да, я сама забыла, вот говорю, до 180 градусов. Пока все это делаем, можно ее включить. Так, масло сюда в сковородку мы наливаем подсолнечное, вот так вот. Сейчас немножечко больше. И потом посыпаем обязательно еще манной крупой. И так вот по стеночкам разгоняем. Слушайте, ну можно взять эту кисточку силиконовую. Честно, у меня ее сейчас нет при себе вообще. Надо ее, да, иметь. Масло мы распределили. Теперь посыпаем манкой. По всей поверхности вот так вот сковороды засыпаем манкой. Всю сковородку посыпала манкой. Теперь вываливаем наши яблочки. Ну, вот так вот я это делаю. Можно и вот так вот, в принципе. На сковородку яблоки. Так, распределяем их более-менее равномерно. И наверх заливаем тестом. Слушайте, и ставим разогретую духовку до 180 градусов. Я проверяю готовность пирога спичкой. Если кто-то знает какие-то другие методы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что. Ну, в принципе, спички тоже удобно. Ну, а вдруг? Итак, заливаем все это тестом, наши яблочки. Я потом скажу по времени точно, сколько пирог простоял в духовке. Итак, в духовку его. Итак, прошло ровно полчаса. Вот я открыла духовку. Сейчас давайте достанем наш пирожок. Ну, я думаю, что он готов. Вот смотрите, я проверяю спичкой. Он приподнялся вот так вот. Опс. Давайте еще раз. Все, можно выключать. Выключаем наш пирог и перекладываем его в тарелку. Яблочный пирог готов. В духовке он находился где-то 30 минут. Ну, вот 30-35, где-то так. Ну, давайте попробуем его разрезать. Я хочу показать вам, какой же он получился изнутри. Так. Вот, посмотрите, как хорошо он поднялся. О, какой красавчик. Если вам понравился рецепт, не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем приятного аппетита и удачи во всем. Пока-пока.